Вспышка. Привет, народ. Попалось на глаза мне видео, приставочку IconBit. Я описывал IPTV Quad. Неплохая приставочка, но она мне почему-то ломаной попалась. Зависает при загрузке. Но я хотел что сказать интересного, просто офигел про стоимость. Она 6000 сейчас стоит, март 2016 года. И тут китаец говорит $29, то есть 360 рублей и доллар, или 70 там, блин, сколько, надо же посмотреть. Нет, 70. 2100. 2100 китайцы хотели продать и рады были бы. А, так, сейчас включу. Вот такой веселый китаец. Вот. 2100 и 6000 уже в магазине. Какие скоты, блин. Вот китайцев я ругаю, что там устройство корявенькое. Да, они корявенькие. Ну, блин, цена-то 2000, и даже бы доллар был-то 30 рублей, то есть 1000 рублей. Вот эта приставка не маленькая, а стационарная, вот, которая внизу стоят. Блин, они 1000 рублей. Китаец, вот китайцы продают нам за 1000 рублей. Чип, рок-чип 32. Какой там номер-то? $31.28, вот, рок-чип. Блин, это просто офигеть. Столько посредников, просто крышка. Вместо 1000 рублей за 6. Ужас, просто ужасно. Я понимаю, что можно было поискать на этом Алиэкспрессе. Я не знаю, по какой цене они сейчас валяются. Ну, я... Блин, просто заленился, сходил в этот, в ДНС. Я не за 6 покупал, а за 400. И... Все равно, так, все кончилось. Ну, в общем, вот это я хотел сказать, что все-таки, блин, за 1000 рублей приставка, ну, это офигеть просто. Я бы каждый месяц их покупал. А так все-таки обломно 6-8. То есть это не китайцы жадные, а тут свиньи, вот, которые сидят, чинуши. Чинуши и бандиты, блин, все соки из нас выпили, короче, ребята. Ну все, надеюсь, вы поняли. Покупайте на Алиэкспресс где-то там. Я тоже постараюсь это сделать. Все. Спасибо, это был ролик про приставку IconBit IPTV Quad на чипе 30, ROG чип 3128, вместо 1000 рублей в магазине, в ДНС 6000 рублей. Охереть, охереть. Все, это был истинный следователь. Всем пока.